Большое количество происшествий, связанных с использованием бытового газа. И инициативы, которые способны предотвратить эти происшествия, стали темой обсуждения общественного совета при региональном МЧС. Много вопросов вызывают организации, которые сейчас устанавливают и ремонтируют газовое оборудование в домах нижегородцев. Их деятельность никак не контролируется. По мнению членов общественного совета, необходимо создать специальный орган, который будет контролировать работу газовщиков. Соответствующие инициативы общественники намерены обратиться в Госдуму.